Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Карина, и в сегодняшнем видео мы будем тестировать вместе с вами новую косметику. Здесь будет как более бюджетная, так и более дорогая, и если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть, но перед этим не забывайте подписываться на мой канал YouTube, а также на мой Instagram. В качестве бровей у меня сегодня остались те самые старые средства, и это тени от Freedom, и также это гель для бровей от Rival du Loup. И в качестве тона сегодня я использовала уже новинку, и я решила не заснимать это на видео, потому что это не такой увлекательный процесс, на мой взгляд. Более интересным будет именно мои впечатления и какой-то мой общий такой отзыв. Сегодня будет много достаточно интересных новинок. Это как пудра тональная, foundation, powder foundation. Также это новые тени от Essence. Будет новый карандаш Каял черного цвета и даже целых три помады на выбор. Не знаю, какую будем сегодня с вами использовать, в зависимости от макияжа глаз. Это будет как Catrice, Kiko новая или также от MAC. Ну что ж, хочу вам сказать, значит, я уже второй раз сегодня пользуюсь вот этой пудрой от MAC, которая называется Studio Fix Powder Plus Foundation. Почему я вообще решила ее купить? Потому что у меня есть две пудры тональные, будем их называть так, тональные основы в пудре. Это от Chanel и от Kiko Milano. От Chanel она у меня уже достаточно давно, и я ее практически, по-моему, вообще не использовала по назначению, то есть просто как тональную основу не наносила. Хотя она с этой задачей, я уверена, справится очень хорошо. Я наносила ее как просто пудрой кистью. И она мне очень нравится, она матовая, она подсвечивает лицо. Но я уже давно ей не пользовалась, и когда появилась от Kiko, я попробовала от Kiko, мне безумно понравился этот формат. Дело в том, что когда вы используете именно пудру тональную, без всяких там баз, естественно, вам не нужна, соответственно, закрепляющая пудра, то есть слои макияжа, они становятся намного-намного меньше. И поэтому для меня лично это экспресс-вариант. То есть даже не BB-крем, который очень легкий, все равно его чаще всего нужно закреплять пудрой именно на моем типе кожи. У меня комбинированная кожа, склонная к жирности. А вот такой вариант, это очень удобно. Вы нанесли только ее, нанесли чуть бронзер, сделали брови и все. Ну, допустим, максимум. Я обычно очень много времени трачу на то, чтобы сделать макияж лица, а конкретно тональную основу, там пудру и так далее и тому подобное, консилер. Вот это средство замещает все эти этапы. И выглядит она как обычная пудреница, очень все просто. И я просто знаю об этом продукте, он уже очень много лет на рынке у данного бренда, поэтому я решила, так как я очень люблю этот бренд, я решила, почему бы мне и попробовать. И, конечно же, я купила ее. И в оттенке у меня NC25, я хотела NC20, но консультант меня отговорил, он сказал, NC20 очень светлый для вас будет, и она была права. Первый раз в жизни, наверное, мне консультант подобрала по моему цвету кожи и попала в самую точку. NC25 у меня оттенок. Все выглядит очень просто. Это такая же пудреница, сама пудра. Ничего не примечательное, кажется. И здесь вот такая вот губка-спонж. Я уже вот ей чуть-чуть попользовалась. Но хочу вам сказать то, что я пудры именно тональные наношу с помощью вот этих кистей, это обе Real Techniques, они одинаковые, просто одна travel вариант, одна обычная. Это такие очень плотно набитые кисти, типа кабуки, но у них площадь работы очень маленькая, то есть это намного удобнее. И вот таким образом я наношу эту пудру. Сегодня я нанесла ее во второй раз, и уже у меня есть какие-то общие впечатления. Во-первых, самое главное, наверное, это мне очень нравится, как она выглядит в течение дня. Она мне ни разу не запала в поры. Вот сегодня, вот сейчас я нанесла ее буквально минут, наверное, 15-20. Она не запала мне ни в поры. Она ничего не подчеркнула. То есть, напоминаю, что кожа у меня все-таки склонна к жирности. Она ничего не подчеркнула. Она отлично смотрится в течение дня. Вчера целый день я ее носила. Мне очень нравится. Конечно, она там к концу дня начинает уже и блестеть, и, соответственно, если вы рукой где-то заденете, она может съехать. Ну, это нормально, то есть, когда вы проносите ее больше 8 часов, ну, там, 7-8 часов, она начинает так себя вести, так начинает вести себя любое тональное средство на моем лице. Что я отметила? Так как эта пудра
тональная. Я думала, что она будет очень плотная, но оказалось нет. Она все-таки, наверное, средняя, вот я бы ее назвала так. То есть она не супер плотная, потому что, вот как вы видите, ну вот такие вот типа постакне, они вообще ничем не перекроются, кроме консилера, даже тональное средство вряд ли перекроет. Надо точечно прям это маскировать. Во-вторых, я наносила эту пудру и под глаза, хотя я не могу сказать пока что, сушит ли эта пудра под глазами. Я скажу это позже, возможно, в фаворитах, возможно, где-то упомяну, в общем. Но что касается лица, мне пока все очень нравится. Мне нравится в целом то, что она не очень плотная, потому что я же ее хотела использовать именно на ежедневной основе, и тем самым мне она подходит. Потому что все это очень быстро, она моментально наносится. Начинаю, кстати, я всегда наносить пудры фаундейшн, блин, дурацкое название, ну, в общем, вот эту пудру тональную. Я начинаю наносить всегда вот с этой части. То есть я вот так вот иду, поднимаюсь, и вот так вот все лицо прорабатываю. И я просто так заметила, что на моем конкретно лице так получается более, как сказать, естественно, что ли, не подчеркивается ничего, никакой пушок, ничего не подчеркивается. Пока нравится, пользуюсь второй день, пока все нравится, но обязательно буду держать вас в курсе и расскажу, стоит оно того или не стоит. Далее, ну давайте тогда уж вторая такая самая главная покупка последнего времени, это как раз таки вот эта палетка из новой коллекции Essence, которая называется Magical Mystical Me. Eyeshadow Palette, у нее почти 8 граммов на всю палетку, не очень-то много, но да ладно, учитывая то количество теней, которые у меня есть, мне даже нисколько не обидно. Оттенок у нее 0.1 Little Black Magic, но у нее единственный оттенок, то есть больше нет. Картонная упаковка, но сверху это такое что-то типа под бархат, как у Анастасии Beverly Hills Modern Renaissance, у нее что-то подобное, то есть приятно, интересно, я у Essence такого, по-моему, еще не видела. И эта палетка магнитная, у нее таким вот образом она закрывается. И в этой палетке нет зеркала. Это хорошо и плохо, потому что сейчас я думала, буду краситься в нее, но не тут-то было. Ну ладно, они сэкономили наши деньги, они сэкономили вес. Они сэкономили вес. И у нас здесь 12 цветов. 12 очень красивых цветов на самом деле. У меня есть подозрение, что вот эти шиммеры, вот я на них смотрю. У них была в том году палетка рождественская Хо-Хо-Хо, которая называлась. И вот эти шиммеры выглядят с виду точно так же. Но сейчас буду пробовать, все вам расскажу. Итак, палетка стоила 9 евро, 8,95 или 8,99. В общем, округляю, 9 евро. И да, достаточно такой симпатичный запуск. В коллекции немного, в коллекции всего лишь вот эта палетка. Три вида накладных ресниц и стразы украшает лицо. Все, больше ничего нет. То есть все-таки главное это, конечно, вот эта палетка. Итак, я хочу снять эту пленочку, сразу ее выкинуть. Конечно, покажу вам поближе, покажу и сводчи. И хочется сразу уже нанести базу под тени. Это у меня Smashbox. Я наношу, повторюсь, все тени именно с базой. Мне бы хотелось на самом деле уже начать такую череду макияжей. И вообще очень мне хочется делать какие-то более темные макияжи. Какие-то темные бордовые помады, потому что осень, зима, это, на мой взгляд, время таких бордовых темных помад. Итак, буду брать. Сама не делала никаких сводчей. Вот тут есть молочный оттенок, он с напылением блесток, но когда вы снимаете, провожу пальцем, блестки эти все убираются, это значит, он Такатрис помада, которая называется Plumping Gel Lipstick, у меня в оттенке 0.30, красивый нюд, я уже ее пробовала один раз. Потом у меня есть помада от Kiko Milano и карандаш к нему в оттенке 417, это очень красивый оттенок темный. И также у меня есть помада от MAC. Это их линия матовая. Миниатюра у меня. Я потому что последний раз, если есть возможность взять матовую, если есть возможность взять MAC помаду,
в маленькой версии, то я беру ее. Это оттенок тоже темный, темно-красный. Это оттенок Дива. Давайте сначала нанесу Катрис. Потом что? Такой нюдовый он. Где-то уходит в какой-то коричнево-розовый. Красивый цвет. У них из этой линейки есть что выбрать. Я думала, то, что эта помада будет так покалывать немножко губы, как Dior, например. Потому что она называется Plumping, я думала. Но нет, она этого не делает. Она просто увлажняющая, гелевая. Можно нанести более тонкий слой, можно более ярко сделать. Итак, Кику Милану возьму. Оттенок, это их стандартная линейка, которая называется Smart Fusion Lipstick. Оттенок 417, на сайте он у них называется 417 Бордо. И к нему уже карандаш 517, такого же цвета. Итак, вот такой макияж у меня получился сегодня. Очень темные губы. Возможно, мне стоит попробовать сейчас еще и MAC. Она не такая драматичная. Потому что, мне кажется, моим образом таким сегодня нежным достаточно не вяжется этот цвет губ. Тем не менее, не всегда же быть нюдовыми и такими нежными. Тем не менее, есть и другая сторона макияжа. Это более готические, более такие экстравагантные какие-то яркие образы. Поэтому я себя в таких образах тоже, естественно, вижу. Мне нравится помада, и я даже не знала, то, что настолько увлажняющая текстура может быть такой плотный, потому что этот цвет очень сложный, то есть чаще всего вот жидкая матовая помада может быть данного цвета, и то некоторые лежат плешиво, а это увлажняющее, и она легла так ровно. Несмотря на то, что у меня сегодня есть шелушение на губах, она все равно легла ровно. А если вы еще нанесете сначала на всю поверхность губ карандаш, а сверху помаду, будет еще лучше. Буду рассказывать вам о всей косметике, которую сегодня попробовала. Первое — это тональная пудра. Мне пока все очень нравится. Она лежит реально хорошо, ничего не подчеркивает, поры не запала. Буду тестировать дальше, потому что с тональными средствами это, конечно, все очень и очень сложно. Нужно их тестировать некоторое количество времени. Поэтому пока первое впечатление хорошее, но я буду тестировать и потом уже вам об этом расскажу. Следующее — это тени. Тени для век от Essence. Вы знаете, в последнее время меня очень сложно удивить, особенно в бюджетной косметике. Если дорогие какие-то бренды, они все-таки выходят иногда за рамки своих привычных коллекций и выпускают что-то очень интересное, что-то яркое, особенное, то бюджетная косметика в последнее время делает какое-то все однотипное, похожее. Причем похоже не на другие бренды, а похоже на свои же бренды. То есть на этот же бренд, там предыдущую коллекцию, где-то пересекаются. Понимаете, такое, как бы хочется чего-то нового. Но, видимо, бюджетная косметика направлена совершенно на другое. Мне безумно понравилась сама упаковка этих теней, этой палетки. Меня, в принципе, не смущает, что здесь нет зеркала. Но если было бы зеркало, было бы удобнее. Но это прибавило бы в весе. Сами оттенки, они достаточно красивые, и на сводчах вы увидите, они смотрятся вроде бы и ярко, и симпатично, но, например, матовые оттенки, вот конкретно, пожалуй, примерно 4, да, из этих матовых, они выглядят, ну, достаточно скудненько, такое уже, скорее всего, есть у всех, если особенно вы любите косметику, у вас, скорее всего, уже есть подобные текстуры. Ничего особенного конкретно в матовой текстуре здесь нет. Сама формула теней, кстати, что матовых, что шиммеров, похожа на одну очень известную палетку у самих же Essence. Она была в том году, я вам сейчас ее покажу. Палетка достаточно базовая, если убрать вот эти два фиолетовых ярких оттенка. Она какая-то получается совершенно базовая. И поэтому, ну, как бы, наверное, базовых палеток, естественно, у всех уже очень много, но мы, тем не менее, продолжаем их покупать и тестировать, и сравнивать с другими нашими палетками. Она неплохая, но я бы не сказала, что какое-то выдающееся качество. Эта текстура и формула теней абсолютно такая же, как я вам покажу сейчас. Шиммеры, да, очень красивые, наносите их с помощью пальца, тогда будет лучше, но даже пальцем я бы не сказала, что это прям вау, вырви глаз.
Ну, шиммеры как шиммеры, сейчас уже никого не удивишь, мне кажется, шиммерами. А тени матовые очень осыпаются, поэтому будьте к этому готовы, всегда стряхивайте кисть, иначе вы можете по себе под глаза насыпать матовых теней, и потом будет сложно их убрать. Я оформила абсолютно одинаково с палеткой из прошлой новогодней коллекции, которая называлась «Хо-хо-хо», и вот эти оттенки. Делаю я не в оттенках, даже хочу сказать, а абсолютно такие же шиммеры. Кроме вот этого спаркла там нет, а здесь он есть. Шиммер идентичный. И матовые, хочу вам сказать, матовые цвета тоже похожи. И вот эти два оттенка, ну тут правда более красный, ой. И есть вот такой вот фиолетовый. Так вот, фиолетовый очень сильно похож на вот этот розовый, который здесь содержится. Только он более приглушенный, а тут более яркий. Короче, текстура абсолютно одна и та же. Эта формула абсолютно одна и та же. Мне нравилась эта формула. Но так как это уже было, для меня это как бы не стало каким-то открытием. Следующее у нас карандаш для глаз. Сегодня нарисовала им и стрелку, и растушевала. И он очень мягкий, когда он еще не высох. И отлично тушуются. Можно сделать красивую растушевочную стрелку. И я сделала сводч. И вот вы можете видеть, сводч, он все застыл. То есть карандаш реально стойкий. Но я не уверена, насколько он стойкий в течение дня. То есть да, вот так я его тру. Вообще ничего не происходит. То есть смотрите. Ничего. Карандаш на месте, значит, он стойкий. А я такое дело люблю. И если он мне понравится, я потом еще попробую коричневый, еще какой-то у них есть зеленый. Помада от Catrice. Отличный вариант на каждый день. Она красивая, она глянцевая, она увлажняющая. И да, мне она очень понравилась. Я с удовольствием ее буду использовать в ежедневных макияжах. У них есть несколько оттенков там, оттенков 6 или 7, мне кажется, поэтому можете присмотреться. Приятная бюджетная помада, ничего особенного. Помада от Кико Милану, которая сейчас на моих губах. Конечно, она очень темная, очень экстравагантная, но опять повторюсь, я постараюсь сделать один макияж, который мне очень нравится именно с темными помадами. Я постараюсь, это буквально нейтральный макияж глаз будет, но есть вот эта особенность в макияже с темной помадой, я хочу сделать для вас такое видео. Если вам интересно, напишите в комментариях. Такой больше, даже не то, что фэшн, это не фэшн, его можно и в жизни будет носить, но он именно такой вот очень какой-то классический для темной помады, очень красивый. Напишите обязательно, если вам такое интересно, я создам, и вы сможете его даже как осенний макияж использовать или как зимний. Я очень люблю эту формулу помад, это пятая помада из данной серии, ну и, конечно же, оттенки у меня все разные, но вот именно формула мне очень нравится. И дело в том, что я думала, что такая темная помада, ну, особенно увлажняющая, самое ключевое слово, это увлажняющая. Я думаю, ну не будет она такой вот яркой, как вот здесь. Посмотрите, какая она яркая. Она не просто яркая, она очень темная. Конечно, если вы берете особенно яркие оттенки, я рекомендую всегда к таким цветам брать однотипный карандаш обязательно. Вот у них 517 и помада 417, это абсолютно два идентичных цвета. Классно, у них есть более светлые оттенки, я на самом деле не ожидала, что это будет такой темный цвет, но это тоже имеет место быть. Давайте я, наверное, сейчас сотру вот это все и попробую нанести ее. Я, да, кривовастенько нанесла помаду, ну да ладно, просто хотела посмотреть цвет, потому что я еще ее не носила. И этот цвет хотела показать вам. Очень красивый, тоже темный, но я с такими помадами, конечно, больше люблю делать более нейтральный макияж в целом. И поэтому тогда это будет смотреться прям вообще очень красиво. В целом, это все, что я хотела сегодня вам показать. Я надеюсь, вам нравится видео такого формата. Мне они очень нравятся. И поэтому напишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам видео и хотите ли вы видео с макияжем с темной помадой. Не забывайте подписываться на мой канал YouTube и также на мой Instagram. А я благодарю вас за просмотр данного видео. Мы увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!